Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, открываем колоду бесплатно. Что нам тут выпадет? Нейтрализатор. Так, точно. Закрываем, забираем. Дальше, пройдите серию испытаний. С удовольствием. Давай сюда пойдем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такой командой хочу размозжить, как говорится, наших врагов. Вот они. Бибоп и два кланфутовца. Один с мечами, другой с пушечкой, с какой-то неудачной. Я бы даже сказал, с пукалкой. Ну что там, пук. Пук. На тебе. Хвостом, хопа. Раздави его. Ну, Макман, вот, молодец. Две атаки, отлично. Так, вторая волна. Хан. Давай-ка я вызову маузеров. Опа. Так, Хана сейчас накажем, чтоб не выпендривался здесь. Укусик. И удар хвостом. Две атаки. Все. Вот так вот быстро мы проходим серию испытаний. Просто моментально. Ну, давай, 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 заканчиваем. Так, забираем здесь награду. И теперь у нас поединки. Так, у нас мутагена 18 000. Если я не ошибаюсь, нам должно хватить на прокачку у Майки навыка. Стоп. Погоди, я не понял, а... У меня всего хватало. Куда все остальное делось? Эй! Не понял я юмора, если честно. Куда у меня делись кошки? Куда у меня, извините меня, делись 6 этих касок с напитками? Так, одну только нашел, да? Вторая. Третья. Третья. Ну, ё-моё, ну давай, 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 четвертую-то мне каску дашь? Чё ты мне один мутаген тут подсовываешь? Так, четвертая. Да. Пятая и последнюю. Шестая. И четыре наушника нам нужно. У меня, ребят, пицца кончается. Все, она кончилась. Двое наушников мне не хватило найти. Всего лишь. Раз, два. Так, поднять уровень персонажа. Слушай, а давай-ка мы, наверное, Майки как раз и поднимем. Нам же нужно его прокачивать. Угу. А подожди-ка, я его смог бы, думаешь, поднять бы ему до 5-й ступени? По-моему, там нужно 70 уровень. Наверное, так. Кстати, у меня уже режущие серпы, как ты видишь, до 6-й ступени я прокачал. Можно будет потом вот этот удар прокачать. Ладно, короче, мы здесь все выполнили по ежедневкам. Теперь нам нужно бежать срочно на арену. И, ребята, так, погоди секунду, еще сделаем вот тут вот в испытании. Будем. Ага, будем. Я даже не прошел полностью. Тогда позже. Тогда мы займемся этим позже. А сейчас, конечно же, турнирная арена. Ребят, нужно, опять же, возвышаться нам. Так, 15-19, может быть, дадут что-нибудь нам? Типа 15-20 там? Нет, не дают. Ну и фиг с вами, жмоты. Не хотите, как хотите. Поехали, раз, два, три, четыре. Фигушки вам. Я возьму какого-нибудь сильного еще персонажа. Вот, Паукус. С помощью его, наверное, я думаю, у нас все получится. Так, во-первых, удар паукуса. Меткость практически, ребята, всем понизили. Опа, еще и дебаф. Еще и вот так сделаем. Ай, по красоте. Торнадо огненная. И что и? Добивка, наверное, да? А этот жук хиляется. Он один остался, он еще... Нет, он иммунитет. Че он вообще... А, хильнуться он хотел, но так как у него запрет на хил, ничего у него не вышло. Точно.
Вот так вот мы его надурачили. Ну что, 69 место. Да хорош вам давать мне 15-19. Ладно, я тогда буду, ребята, быстро здесь пробегать все. Кто-то говорил, нечестно, когда ты с помощью там сильных бойцов проходишь. А мне, ребята, нужно как можно быстрее пройти это. Поэтому в битве все, как говорится, средства хороши. Хоба! Все легли. Блин, мне надо на слэше где-то 5 ДНК найти. Ну ладно, жетоны мы набьем с тобой, да? У нас там, предположим, будет еще плюс 3. Ну, еще 2 ДНК надо будет. То есть быстро не получится накопить, как я рассчитывал. Раз, два, три, четыре. Нет, если бы у нас на той неделе бы чуть-чуть почаще бы выпадал бы слэш, да, 2 ДНК, например, на слэше, было бы все у нас сейчас в ажуре. Но там видел все, что угодно, но вот только слэш тебе не выпадает. Так, двигаемся далее. Угу, 18-я позиция уже. Уже. Так, возьму, наверное, Дони. От Донателло здесь достаточно будет. Тут 53-й, 51-й уровень. Если что, ребята, тут у меня уже пойдут на добивку. Там у них хп-то будет на расплюнуть. 100% тебе говорю. Давай проверим. Ну да, на расплюнуть. Ну что ты, я не понимаю тебя. Ну, Пит, ты уже не один раз у меня вот так вот бьешь, как будто в пустоту просто своими крыльями, я не знаю, воздух разгоняешь. Что это за дела, а? Все, ребята, в Лигу Сёгунов 2 звезды я вернулся. И дают уже 15-20. Ну, ты сам понимаешь, что Лига Сёгунов 2 звезды — это для нас ерунда. Нам нужно вернуться на свою старую позицию, а это Лига Сёгунов 3 звезды. А лучше вообще в Лигу Мастеров добраться. Вот это будет хорошо. Хороший показатель. Так, давай сразу с вертушки начнем. Начнем и тут же закончим. Ты видел, как он? Вот этот кабан танцует. Он боксирует, ё-моё, а не танцует. 71 место. Так, 15-20. Пока нам дают только вот такой вариант. 15-20. Так, так. В принципе, этого будет им достаточно. Три черепашки. Да тут один Лео чего стоит со своей вертушкой. Уж этих 61-х уровней и 55-х он просто тюх, выкосит. А эти так, для вида. Для массовки, так скажем, пришли. Ну давай, жги, Лео. Оп. Да ладно, Донни, как всегда. Как всегда, непобедимый, да, стоит до последнего. Иногда даже может выдержать две массовые атаки от наших бойцов. Ну такое бывало, я помню. Так, ну что, уже 49-е место. Возьмем, наверное, здесь. У Саги одного, наверное, здесь будет нам за глаза и за уши. Его звать-то полностью Усаги Йедзимбо. Ну, если кто не знал вдруг. Так, давай-ка мы сейчас сделаем вертухая. Блин. Теперь Рафаэль выжил, а? Постоянно у нас после массовых атак кто-то обязательно выживает. Нет такого, чтобы они падали полностью. Ну, Армагон единственное, что да. Если делать свою хлопушку валуном, там мало кто выживает. Практически никто. 16-21, отлично. Вот сейчас мы как раз Армагончик-то и возьмем. Раз, два, три, четыре. Вообще, по уму, надо было не Армагона тратить и всех остальных, а начинать с 60-х уровней. Да? Так было бы по уму. А сейчас я вот этих всех потрачу, у меня противники по уровню подрастут. И с кем я буду драться? Ни с кем, вот именно. Неправильно я немножко делаю. Тактически подхожу неверно к этому делу. Ну что, Сёгун 3 звезды уже в кармане почти. Надо было вот начинать. Вот с этих. Брать 70-ников. А сейчас уже все, ребят, сейчас уже 56 и 61 уровни. Вот куда я с ними? Ну ладно, будем бороться, блин. И что вытворяет? Так, вначале мы понизим им атаку. Дальше возьмем провокацию.
Забросим им туда астероид. Хорошо, так как лупануло. Ну, Крис Брэдфорд испугался сразу, поставил защиту. Я не попаду по этим. А, у него вот он. Слушай, наверное, я хильнусь. Надо залечить раны нашим боевым товарищам. Вот так вот. Лучом, наверное, пробьем тогда уже. Получается, пробьем. Да. Так, кролики там что-то пыхтят, пытаются, ничего у них не выходит. Да что же это такое? Ну давай локтем. Да. Ну неужели, ёпрсты. Да что такое, что за атаки такие, я не понимаю вообще, блин. Вообще не наносят урона, или промахиваются, или не наносят. Я не знаю, в чем происходит, в чем дело, ребят. Все, Лига Сегунов, 3 звезды у нас в кармане. 16-21. Уже 64 уровень. Ух. Дело дрянь. Нам еще отыгрывать и отыгрывать, а уже 64-й. Скоро 70-ник будет. Давай-ка клан футовцев. Ага. Теперь. Так. Хорош, парень, успокойся. Я, честно говоря, думал, что он будет снимать дебафы. Нет, не стал он того делать. Есть. Крысиный король все-таки добил их всех своей стаи крыс. И мы переходим на 61 место. Давай, наверное, вот эту вот команду возьмем. Зэк, ага, ага. Вот так. 59 уровни у наших противников. Ну это вообще будет красота. Найте вам бомбочку, олухи. Ну тут можно вот так вот сделать. Опа, минус Крис. А дальше Ваньку надо пинать. И, наверное, остальных добивать, да? Ах ты, Рафаэль. Выстоял все-таки. Массово. Но у него очень было много здоровья, поэтому он выстоял. Зэк, когда бросил бомбочку, отнял у него очень мало хп. 41 место уже. Так, ну здесь можно взять Ваньку, наверное, одного. Раз, два, три, четыре. Вот мне интересно, Ванька сейчас их сможет закосить всех? Ну, с базуки, например. Блин, Майк, это тут со своими танцами-шманцами. Сейчас проверим. Твою налево. Косяк, друзья мои, получился. Фух, неужели, блин, Алапекс, ты крута. Так, теперь надо этого бобрика. Да. Слушай, ну это красиво получилось. Я думал, что все, нам хана. Ну, видишь, выстояли. Ну что же, 20-я позиция. 16-22 уже дают. Ну, я возьму, наверное, здесь Кренга. Раз, два, три, четыре. Сейчас с помощью Кренга. Не уверен, конечно, что сразу все упадут, но урон будет колоссальный, поверь мне. Так, потерли свои лапки. На-ка. Нет, ребята, он превосходен. Просто всех отправил на боковую. 66, 69, 67 уровни просто полегли. А мы уже в Лиге Мастеров. Как тебе? Так, дальше берем. У нас 8 откатов, поэтому я могу взять себе, позволить здесь Шреддера. Раз, два, три, четыре. Почему? Потому что нам всего лишь один откат надо будет тратить. Не два, а один. Поэтому тут все будет хорошо и четенько. Так, посмотрим. Ну, Шреддер, как всегда, ребята, в своем репертуаре. Нам надо будет только вот этого добить. Угу. Добить.
Ага, он защиту послал себе. Ну-ка, волна, если смертельная. Есть. Такой у него там картинка сзади. Меня убивает, ребят, на его плаще. Где он этот плащ? В детском садике забрал, что ли? Утенок там, по-моему, у него на спине нарисован. Ну, 16-22. Ну, давай возьмем вот эту, например, команду. Можно мне взять кожеголового. Я хочу вот именно им бомбануть по нашим супостатам. Так, я готов. Давай, крученый. Да блин, ладно тебе. Ну что такое-то, а? Этот хильнется же сейчас, да? Этот хильнется обязательно. Ну что же, я не удивлен. Но мне бы хотелось бы, конечно, быстрее бы как-то с ними разобраться. Ой-ой-ой, я же забыл, что этот с контратакой у нас. Да я, наверное, так сделаю. Оп-оп-оп-оп-оп. Блин, вот это плохо. Ну давайте вы его гасите. Вот, все, молодец, Донателло. Тут уже просто висел постепенно урон, и если бы до него дошла очередь бы в следующий раз, он бы просто уже упал бы. Возьмем, наверное, вот эту вот команду. Возьму здесь Крынга. Раз, два, три, четыре. Да, и еще один поединок у нас останется. Ну, в принципе, ребят, мы дойдем, как вчера. Только вчера мы до Лиги Мастеров не дошли, капельку. Но сегодня, я думаю, мы где-то 50-е место-то возьмем. Потому что завтра уже на работу. Два дня, как ты понимаешь, я не смогу играть. Поэтому сделаем небольшой такой задел на будущее. Чтобы потом я уже зашел, и мне не надо было начинать опять там с Лиги Самураев подниматься. Фиг знает куда и сколько. Так, 41-е место. Отлично. Давай-ка опять возьмем Крэнга. Раз, два, три. Ну, тут любого можно взять. В принципе, тут ничего страшного не будет. Я больше уверен, что Крэнг нанесет львиную долю урона сейчас. И моим просто останется потом уже их допинать. Должно быть так, по логике. Даже допинывать не пришлось. Всех в расход. Вот и все. Так, ребят, ну что, наверное, 20-й будет, да? 21-й, ну отлично, отлично. Так, у нас, о, 33 тысячи мутагена, а это говорит, что мы сможем сейчас еще и уровень Зеку поднять. Нормуль. Так, задания у нас все выполнены. Здесь у нас... Так, мне надо будет потом еще рекламу, но это я уже за кадром сделаю. По предметам. 105. Так, мы испытания еще, да, с тобой не допрошли. Поехали. Будем допроходить его. По возможности, чтобы нам фармить жетоны. Мы могли бы уже бы, в принципе, фармить жетоны, но я хочу взять наибольшее количество. Сколько там будет? 40, 45, 50. Потому что, ну, 100 это никуда не годится. Хотя на этой неделе не забывай, что черепашья буря. Там жетоны пофармятся неплохо у нас. Но все равно хочется чуть больше, чем мы можем заработать на черепашьей буре. Тем более там один раз всего лишь, ты понимаешь. События на один раз. Фармить там нет смысла, потому что там в основном выпадают ДНК на черепашек-ниндзя. Они нам не нужны, потому что они у нас все абсолютно прокачаны. Так, майки. Да, раньше я помню, когда-то стремился получить кунаичи. И теперь она у меня есть, и ДНК мне на нее как бы не нужны. А это, ребят, всегда и во всех играх так. Когда ты чего-то очень сильно хочешь, а потом получаешь, ты думаешь, да... И кажется, это так все, знаешь, просто и легко. Ну, когда это у тебя уже все есть.
непонятно, когда у тебя нет, вот как сейчас у меня нет, например, там какого-нибудь персонажа слэш не прокачанный, ты думаешь, ну ё-моё, ну где же эти там две ДНК несчастные, где там три ДНК найти? А когда он у тебя уже прокачан, тебе начинает выпадать ДНК как нарочно из-за всех всяких там миссий при фарме и тому подобное. Ты думаешь, блин, когда он мне нужен был, фиг ты добьешься, да, какого-нибудь там ДНК лишнего. Когда у тебя это все уже есть, оно просто тебе сыпет просто тоннами. Это вот я всегда заметил, ребят, такая вот тенденция идет. Так, в минус анули, Шреддер. Опа, вырубает. Минус Сплинтер и Лео. Ну что ты, что ты, что ты? На тебе. Бумс, добили. Так, если не ошибаюсь, еще остаются два, по-моему, там. Два эпизода. А, нет, ребят, не два, три. 65-й уровень уже у нашего противника. Дальше, если я понимаю, будет 75-й, потом 85-й. Так, и 4 волны, а там будет уже 5 волн. А все равно заколбасим. На тебе. Стрелозад. А почему назвали мы его стрелозадом? Потому что он когда стреляет, он раком нагибается и начинает из одного места стрелять. Вот поэтому, ребята, и стрелозад. Это типа какая-то пародия на гигантскую черепашку, да, ниндзя, только переросток какой-то, амбал. Они немножко переборщили. Это, наверное, неудачный был эксперимент у них. По-другому ты и не назовешь. Тынч. Ну тут понятное дело, что легко не разбирается, 65 уровень. Что ты хочешь? Дальше, если я прав, должен быть 75-й. По идее, уровень наших противников. Ну-ка. Да, ребят, 75-й и последний тогда получается 85-й. Вот почему, ребята, в событиях у них 85-й уровень есть, а когда мы играем на арене, максимально 79-й. Вот мне это, например, непонятно. Что им помешало сделать 100-й уровень противников? Я никак не понимаю. Не, ну я, конечно, не спорю, что они на своем 80-м уровне могут легко разобрать моих 100-х. Опять же, потому что у них там фуловая прокачка. Если мои, конечно, будут 100-й уровень прокачаны полностью по скиллам и, как говорится, по этим. Что-то, а там только по скиллам, да? 100-й уровень по скиллам, но, естественно, еще и платиновый ранг. То вряд ли кто-то там справится с нами. Ну, так как у нас, ну, 100-е не все прокачанные, а у него 80-ники прокачанные абсолютно все, поэтому иногда может так получиться, что мы фейлимся. Что он там делает, не пойму-то? О, двойные атаки поставил себе. Фига он там забафал. Эй! Нормально там пробафались чувачки. Причем друг друга дополняют, да? Один вешает, например, на всю команду контратаку, другой вешает на всю команду, например, просто усиленную атаку. И так как тут 4 или 5. И вот представь, когда раньше мы были маленькими, ну я имею в виду маленькими, мои персонажи были слабенькие. Как с такими командами там вообще можно было бы что-то делать? Да ничего ты не сделаешь. Да ладно, морозилку не ушатал. Шреддер, ты меня что-то тут пугаешь. Не уничтожил морозилку. Давай, Крэнк, правильно делаешь. Вот и все. Тютюкаться с ними еще тут, да? Так. Насколько я могу понимать, по, вот, ребята, по этим, по картинкам, по всему, что Карайка, она подружилась, да, с Шинигами. Шинигами это, получается, как Тонус. Ведьмочка. На. Вот, смотри, она в инвизе. Как вот он ее увидел? Я вот не понимаю, ребят. Почему-то, когда я играю, я не могу навестись на того, кто в невидимости. А Ванька сейчас пробил. Как ты это объяснишь мне? Я не знаю, ребят. Это по идее, не по логике вещей. Инвиз тебе для того и дан, чтобы ты смог скрыться от противника. Но Ваньке пофиг. Пробил. И следом следующий пробил. Да, я... Что? А в плане... А это что за пиццу? Блин, они как-то интересно сделали. Все идет за сыр, а последнее идет за пиццу. Молодцы.
красавчики. Что я могу сказать? Ладно, ребят, будем тогда здесь пытаться фармить. Так, лисица. Осколки золотые. Радарные маяки. 3 доллара выпало. И все. Да, ребят, и пиццу, как говорится, и сыр мы потратим. Но это и хорошо, когда тратится именно все. Фу. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.